Приветствую всех на канале Вечный Пилигрим. Сегодня мы продолжаем прохождение Гаривара, Гора Имперца и Алхимика, также владеющего луком. И в конце прошлой серии мы остановились на чем? Мы прокачали до сотки алхимии, до сотки зачарования. Это еще предыдущая серия. И теперь наша задача сварить зелье на повышение навыка зачарования, создать себе сет алхимический. В перспективе создать еще сет на кузнечку и потом заняться уже прокачкой кузнечного дела. Так, мы благодаря навыку экспериментатор полностью прокачиваем, теперь применили, изучили, короче, эффекты, и теперь вопросов на для изготовления нужных зелий у нас нет. Соответственно, да, мне придется где-то вот так походить пока глобальным перегрузом, потому что сейчас мы будем туда-сюда бродить. Пока что сами понимаете, создание сета все лучшего и лучшего. Так, проверим еще раз. У нас есть кольцо, у нас есть перчатки, ожерелье и обувь. Все правильно, у нас все есть для алхимии. И сварили мы зачарование, теперь надо все делать быстро. Да, великие камни душ у нас тоже имеются. Кольцо раз, 32 сойдет, уже не 25. Есть, успели, вложили даже в одно, второй, то есть можно будет просто выкидывать. Еще 13, да, правильно. Теперь важно не напутать. Что мы там делаем? 32%, 32, то есть чтобы не 25 не надеть случайно. Так, кольцо, перчатки, ожерелье, а вот голова, все, вот теперь варим новое зелье. Я думаю, большинство из нас этот процесс уже выучило за все время существования Скарима, но тем не менее его проходить придется. Варим 2 сегодня, пока достаточно у нас этих ингредиентов на него. А там он капает, не видите, узнали свойства. Ну, понятно, я узнал десятки свойств. Ой, рано я сюда зашел. Во-первых, надо что сделать? В отдельный ящик. Да вот хоть кому-то я положу устаревшую. Во-первых, сложу зелье пока что, потом их выкину. Давайте прямо сейчас. Это меня все-таки разгрузит. Так, 515. И выгружу. Ну, понятно, что ходить быстрее не буду, но хотя бы организовываю с инвентаря. Так, 25 выкидываем. Просто, чтобы не запутаться, ребят. Так, перчатки на мне. Вот же. А нет, это нужно сейчас. Так, 32 надет. 32 надет. Это лук. Это 32 надет. Вроде все надето. Теперь мы берем новый шмот. Снова. Головной убор любой. Все, надо сейчас тоже выкидывать. Кольцо. Перчатки и ожерелье. Ожерелье, кстати, надо будет сейчас сходить сковать. У нас глаз серебра и золота в слитках полно. Ну, не то, что полно, но много. Поэтому проблем не будет. И снова. Ага. Вот она, да, 34. Поехали. 33. Да. Нет, не то. Вот это. 3. Четыре.
Да, все правильно. Теперь снова идем выкидываем баррель. Два минус. Давайте это тоже. Хотя нет, нам может не хватить на улучшение укола камней. Сейчас по максимуму сделаем вот это. 32 в мусорку. 32 в мусорку. 32 в мусорку. Раз, два, три, четыре. Все правильно. Так, что у нас камни душ? Есть же еще, да? 9. То есть еще на один сет легко можно сделать. Да максимум я сейчас не буду доводить, прям стараться, потому что нам потом все еще улучшать, нам на Солстейне брать. Этот самый, как его называют. Короче, ну во-первых, броневая еда убрать, во-вторых, черный пунктик еще охотится. То есть у нас еще все равно будет там, сами понимаете. Давайте-ка вот что и делаем. Я же не взял чистых. Нет. Сейчас сразу выкинем. Вот так головной убор беру. Любой. Перчатки я любые беру. Кольцо я беру. А вот ожерелье нет. Ожерелье надо сковать. Сходить. Ладно, это сделаем. У нас есть какое-то ожерелье, но оно одно, это откроем, вот микстуру силы мы отсюда тоже возьмем. Серебряный слиток 3 берем и идем не туда. Это я по привычке половине уже иду, сами понимаете. И ожерелье 3 штуки. Кузнечка растет пока, понятно, незначительно. Но мне нужны просто именно сами ожерелья, не степень сейчас прокачки. Нет, вот сюда мы идем и скидываем сразу. У нас есть зелье зачарования. Кстати, лишнее зелье зачарования тоже надо выкинуть. Так, вот такие. И вот такие тем более. Сразу раз, два, три, четыре. Вот. Пьем. Конечно, в одно вкладываюсь, как правило, но мало ли, блин. Варю несколько, сами понимаете, для подстраховки. Зелий. А, все. Притык. Ладно. Это будет последний сет на алхимию. Ой, я запутался малость. Ну, это не страшно, что ожерелья у нас нет. Может, там просто еще в проценты какие-то будет. Сейчас посмотрим. Даст ли нам плюс или не даст. Раз, два. Не понял. Подождите. Что-то я не зачаровал. Кольцо, что ли? Да, кольцо. Ладно, 33 оставим так. Кольцо, да, на 33. А тут нет кольца на 33. Я, наверное, уже устал. Ладно, сейчас сделаем, значит. Ну и будем готовить кузнечный сет.
так. Вот, хорошо, у меня есть зелье еще зачарование. Не то сделал, ну ладно, сейчас еще сварим все равно. Если сейчас усиление не получается, ну, вряд ли оно получится, но надежда умирать последний, то варим, да, дальше и прок. И что мы варим? Кузнеца. Тут у нас есть клыки саблезуба. 139. И прям вот так. Давайте сразу сварим все остальное. Типа невидимость, она у нас давно кончилась. Нет, по-моему, осталось, но это же копейка сравнить с нашим. И затяжные уроны. Параличи, кстати, тоже. И урон здоровья, ну, короче, яды. О, 35, это вам уже не 12. Это уже по-серьезно. Да еще, видите, через 2 падает нам. Паралич. И паралич. Вот это уже сильно, да, искусство лучника не забываем. Сильная штука. И карманные кражи. Ну, и пару скрытных. Нет, еще сейчас вот так. Хватит и на регенерацию. Запаса сил. И здоровья. Тоже обязательно. Но вот это нам не надо. Нам достаточно вот такой. Много тоже не надо. Теперь мы запаслись зельями. И можно скинуть остаток ингредиентов пока в сундук. Сейчас мы наконец-то сможем бегать, а не хранить, кое-как ползать. Конечно, понадобились нам далеко не все, но видите, сейчас запас будет постепенно тратиться. Ну вот тут же. Так, что у нас еще лишнее с собой? Ожерелье прячем назад. Хотя подождите, как вы прячем, сейчас нам зачаровывать. Но проблема в том, что у нас может не хватить. Сейчас великий камень душ, потому что в дополнение, чтобы создать еще и кузнечный сет, мы создадим универсальный. А хотя нет, мы пока просто создадим отдельный. Где у нас какая-то одежда есть. Ну, сойдет. Это, кстати, можно выкидывать будет. Это у нас, оказывается, уже изучено зачарование. Это мусор. Итак, и теперь сейчас проверим на пентаграмме. Тут все правильно, что у нас. Хотя нет, не хватит. Не, нам должно. Раз, два. Так, а что еще на. Сейчас вспомню, подождите. Еще раз гляну инвентарь. Давайте так. Головной убор не считается на кузнечку. Одежда у нас есть. А, у нас перчаток нету. И похоже, что колечко. Сейчас все проверим. Потом будем пить зелье. Так,
Кузнечное дело. Раз, два, три, четыре. Да, все правильно. Вот теперь полный комплект. Ох, 40 лучника. Дофига получилось. Не то выпил. Ладно. Где зачарование? Здесь можно уже не очень торопиться, но успеваем, но тем не менее. Пока никак не обзываю, ну, потому что это далеко не финальный крафт комплект. Уничное, не вижу, не вижу, не вижу. Ага, опоздал. Не страшно. Так, я вижу одежду раз. Я все проверяю, вы поняли. Я вижу кольцо 2. Перчатки 3. И нет, у нас ожерелье. Ну да. Ну, камень душ схватил впритык, как видите. Теперь у нас есть сет. Хранить я его привык обычно здесь. Нет, сундук мы создать не можем, да? Ладно, потом займемся. У нас есть железо, у нас есть замки. Но это все чуть-чуть потом. Ох, то, что у нас налог не хватило. Так сказать, зелье. Сейчас мы оставим часть наваренных зелий мы в сундуке. Хотя от перегруза нас это так и так не спасет. Половину. Здесь вставляем побольше себе. Урон здоровья 24, это уже копейки. Это можно исключать из инвентаря и выкидывать. Это еще послужит, как паралич. Это еще послужит. Это так оставим. Но это пригодится еще. 47 секунд вполне достаточно. Значит, сейчас. Вот как раз камень воин на загрузочном экране. Я остановлю запись и вернемся мы, когда я снова буду поместить озера, но уже с камнем не вора, а воина. Давай я камень воина. Не туда. Плюс у нас есть древние знания собраны 15, то есть 35 кузнечка, плюс отдых 10, плюс 45% к прокачке. Хорошо. Попутно зарядил все камушек душ с звездой Азуры. Нашел этого бандита у факельной факты шахты, или, так сказать, стражника бедолагу. И теперь я готов очень докачать кузнечное дело в боевике. Собираем всю руду, сейчас у нас будет дикий перегруз, но это не важно. Куры, слитки, тратим все. Кстати, обращенный скан возьмем, просто отнесем в дом потом. Я не уверен, что нам сейчас даже хватит на полную прокачку кузнечки, но скачкообразный рост будет. Соответственно, мы сможем улучшить лук. То есть вы понимаете. 1152 это еще не так много, кстати. И теперь мы начинаем. Нет. Хотя да. Мы начнем с ювелирки, обычные кольца. Драгоценные камни нам нужны на продажу. Вперед. Тем более у нас слитков-то мало. Трансмутации мы не балуемся. Так, сейчас наша задача шкуры переработать. Станок дубильный у нас вот здесь. Поместье. И просто шкур у нас должно быть немало.
что они нужны на чучело, я знаю, но нас пока это не интересует никоим образом. Сами понимаете, сначала прокачка, потом красота. Все в кожу. А уже полоски кожи будем по потребности. И будем ковать сначала эти шлемы. Несчастные. Ну вообще не очень-то и много, 222 кожи. Но веса, ну, не 1500 еще, но да. Так. Чтоб не выкинуло, я просто сохраняюсь. Так, здесь все, здесь кожа. Шлем. Просто доразмите, нам где-то до 60 будет прокачаться, нам хотя вряд ли получится. Нет, должны вроде до 60 дойти, слушайте. Ну да, все кожи сейчас... Нет, кожи оставим, остаток нам броню ковать стальную. А, здесь полоски кожи, здесь проще. Ну, в любом случае, переходим на сталь броню. Ну, в любом случае, кожу мы правильно оставили, эти полоски-то кончаются. Сейчас пойдем их пилить дальше. Ну, нормально. Это еще больше сотни, 112, если быть точным, полосок кожи это нормально. Нам хватит, хватить должно. Так, отлично. Сейчас качаем. Нам нужно, короче, что у нас по слиткам получается с остальным, то что они улетают, на самом деле 70 еще есть. Потому что броняшки их жрут, конечно, как не знаю что. А, у нас 12 железа, но сейчас у нас есть там еще руда. Если что, руда. Мы сейчас еще паутинник, если что, возьмем в... Это... Что у нас, по идее, есть? Так, повысим уровень, поставим последний нужный перк нам в кузнечку. Отлично. Все, от кузнечки нам больше ничего не надо. И теперь вот этот перк мы можем укладывать куда-нибудь в стрельбу. Вот, наконец-то, мы пошли по этой ветке. Это нам не нужно, а вот это нам очень сейчас пригодится. Как раз и уровень повысим за счет кузнечки. Теперь, что у нас есть же с собой пока руда? А, еще полно. Я имею в виду про железную. Повысим сейчас. По-хорошему где-то 70-75 иметь. Хватит пока. Что у нас по... Нормально. 164, нам нужно около... Ну, сотни, я думаю, запасов хватит на резерв, на улучшение. Так, нет. Пока хватит. Оставим этот уровень пока. И что теперь? Ладно, 65 это на самом деле достаточно. Кожи у нас нету, шлема мы не лучше. Шлемы мы можем выгрузить смело. Просто чтобы порядок был хоть какой-то. Да, кольца. Ну ладно, пока с меховые ботинки зачем-то затесали, здесь выкидываем. Кольца, ну пока тоже оставим. И вот у нас огромная куча. Хотя какая огромная, 35 не так и много. Ну ладно, лучше, что есть, потом, если что, пойдем за кожей, улучшать шлема. Теперь к верстаку. Теперь мы надеваем на себя комплект на кузнечку.
Мы же уже собрались, правильно? Так, раз, два. Три. И где у нас одежда? Четыре. Вот теперь смотрите, если мы сейчас сделаем вот так. Ну, не очень много. Но, хотя у нас просто не взяты перки на эти вещи, но теперь мы бьем заранее наваренную кузнечку. И сейчас посмотрим, как у нас будет качаться. 874. 1600, почти 4. Бабах, сразу уровень. И сразу, видите, можно еще будет, ну, потому что как бы растет навык кузнечки. То есть качаться можно очень-очень легко. То есть вот 275, мы, видите, броня стоила, мы создали на 275 золотых, условно, прокачать кузнечка. Сейчас мы до 1100 качнем. То есть нам, возможно, не хватит. Ну, не через, не, по, не за одну бронь мы на пункт повышаем, но, тем не менее, как видите. Главное, что мы создали, ну, столько стальных слитков нам уже не нужно, но, в принципе. Конечно, если мы докачали до 75 хотя бы кузнечку, вот сейчас начали улучшать, было бы лучше, но пока что есть, то есть. Как видите, мы и так растем, мы уже на десяток только улучшениями качнули, у нас еще этой брони 30 штук. А там пойдет вот это улучшение, можно по еще добавить по несколько сотен монет на каждую бронь. Вон, видите, появилось. А, это я протупил, кончились кузнечки. Ну ничего. Я думаю, что так снизилась прокачка, я не сообразил. Нет, сначала мы вот эти апнем, потом те будем повышать. То есть, ну как видите, не зря я терпел все это проблемы стальных слитков. Собственно, можно было их пораньше начать закупать, но я по деньгам мало с ними считал. Хотя они у нас появились после рифта на ПФ. Видите, уже 420, потому что растет, растет. Сейчас надо будет пить уже. Ага, угадал по времени почти. У нас сейчас с эбонитова есть оружие. Подождите. Ну, если мы не докачаем сейчас, то немножко. О, еще больше, чем 1000 бабах. Тут. Тут. Вот эти по 700 с каждой срубим. То есть, видите, стальная броня, на самом деле, стального вполне достаточно почти. Он пошел за полторы. Хотя это не самый лучший сет еще на, так сказать. Так, давайте-ка возьмем. Перейдем на точильный камень, выпьем еще одну. Кузнечное зелье, так сказать. Кинжал пока не будем, булава. Вот. 820-2700, то есть почти 2000 в прокачку. Эбонитовый. Отлично. Лук. Ну, видите, оружия не так много, хотя вот так можно теперь делать. Видите, тут добавление. Тратим малахит без жалости, эбонит. Ну, тут уже, конечно, мало дают. Ладно, хорош с них. Давайте брони улучшать. Еще зелье пьем сразу. Ну, потому что не 30 секундные. Норскую. До скольки? 5600 сойдет. В принципе, должны мы сейчас улучшать. Я вижу, нам хватает, по идее, слитка. Только надо выбирать вот такие броняшки, которые слабо улучшены. Ну, или слабее, чем остальные. Все, в принципе, можно не париться нам. Где-то 687 я видел. Так, пьем последнее зелье для, то есть слишком много я даже не готов, но ничего страшного. Тут, конечно, ах, хотя вот еще не улучшено проскальзывают. Все, что мы прокачались. Теперь можно повысить уровень смело.
распределяем теперь еще и запас сил. Чем больше его, тем больше его реген, соответственно, нам нужен запас сил. Бережливый охотник, сразу егеря. И останется только быстрая стрельба и сюда. Почему я не вожу вот сюда перки, это мне не, неудобно, 50%. Вот это вообще бесполезная фигня. А вот это, объясню, почему не буду брать, хотя вроде полезно. Потому что у меня дальность стрельбы лучше, время полета стрелы долгое. А механика игры, вот это, гораздо выпадение снайпера реализована таким образом в игре, что парализуется не момент попадания стрелы, а момент выстрела, которого верно, если стрела должна попасть. Соответственно, пока летит моя стрела, противник уже убивает парализован упасть, и стрела пролетает над ним. Соответственно, мне это совершенно не надо. Поэтому обойдемся. Нам два перка осталось в стрельбу. И у нас появился свободный перк. Соответственно, пора начать вот эту штуку. Поменьше в ловушки будем попадать. Теперь я остатки ресурсов складываю назад в сундук. Пойдут на постройку поместья для ПТД. Слитка, видите, всего 20 осталось остальных. То есть было-то дофига, стало мало. И я подрежу. В общем, мне предстоит прогуляться до... Хотя давайте вот сразу улучшим лук. А я полоску кожи выбросил. Они сейчас еще одно зелье выпьют. До некроманта в импровизированную мусорку и вскинуть сюда всю эту хлам броняшек, оружие и прочие ереси. Вот так. А, да, зелье еще одно, моя ошибка. Но неважно, все равно у нас их еще 10 осталось. Теперь мы повышаем лук. У нас получается урон. То есть, хотя мы не, нам не хватило камней душ на кузнечку, на зачарование цвета для лука, но не страшно. Так, подрезаю. Ну, я, так сказать, некроматы заполнил всем этим промышленным хламом. Сейчас собираю, как видите, ингредиенты в палисаднике наконец-то созрели. И теперь у меня есть заряженная звезда Азура, у меня есть зелье зачарования. Зачем они мне нужны? У меня слабый урон с лука. Так, я сложу отдельно комод пока что. Все, так сказать, наборы крафта. И пока выброшу, короче, не то, короче, вот эти незачарованные штучки. Оденемся как надо. И у меня не зачарована хаммерфельская одежда. Все остальное зачаровано. Да, зачарована слава, никто не говорит. Но и то, зачарование у меня сейчас урон 303, это уже хорошо. Теперь, где у меня там зелье зачарования? 30, где 35? Ну ладно, нету. Найдет такое. Одежду зачаруем на реген. ХП. Так, вот скорости, даже восстановить здоровье и запаса сил. И вот эта штука заменит нам теперь как леди, часто овощные супы и прочее. Это очень важно. На этом я пока прервусь. В следующий раз я расскажу, что нам предстоит делать дальше. Пока спасибо за просмотр.